Здравствуйте, друзья! А сейчас мы будем с вами шить настоящую дизайнерскую маску. На ее изготовление у меня ушло буквально минут 15. Думаю, получится и у вас. Для того, чтобы построить такую выкройку, вам понадобится не более 5 минут. Кусочек ткани приблизительно 40 на 40 сантиметров. Складываем ее вдвое. К месту изгиба прикладываем нашу выкройку вот этой стороной. Вот так. Обводим выкройку мелком или карандашом. Затем вот здесь делаем загиб и еще раз обводим выкройку. Все. Теперь вырезаем. Ткань хлопчата бумажная, работать с ней легко. Давай ты все снимай, потом, может быть, на видео мы просто ускорение сделаем. Да. Вырезаем две части. У нас получились две вот такие детали. Одна больше, одна меньше. Наша с вами задача стачать, то есть шить руками или на машинке вот эти швы. У нас получатся выточки на готовой маске, чтобы она прилегала как можно плотнее к лицу. Поехали! Мы совмещаем две детали, совмещаем по центру, там, где прошиты наши выточки, и прокладываем швы. Прокладываем сверху и снизу. Поехали! Швы мы прострочили, теперь делаем по всей протяженности шва небольшие вот такие надрезы ножницами для того, чтобы маска лучше прилегала к лицу, была более красивой формы. Все. У нас получилась такая заготовка, мы ее выворачиваем на лицо, выворачиваем. Для того, чтобы маска была максимально от кутюр, можно отутюжить, но поскольку шить масок я собираюсь много, бабушкам, дедушкам, друзьям, знакомым, утюжить мне, как вы понимаете, некогда. Поэтому сейчас мы приступим к завершающему этапу. Последний штрих. Маска должна каким-то образом держаться на лице, поэтому мы пришьем резиночки. Делать это будем следующим образом. У меня есть вот такая тоненькая резинка, но вы можете использовать обычные бельевые резинки. Для того, чтобы сократить время, я делаю следующее. Вот так вот прикладываю резинку, загибаю ткань, вот здесь проложу строчку, а потом резиночку завяжу на необходимую мне длину, и маска будет готова. Завязываем резиночки на нужную нам длину. Резинка тонкая, поэтому никаких неудобств у нас из-за узла не будет. Отрезаем. Вот. Масочка готова. Вот такая маска у меня получилась. По-моему, неплохо. Знающие люди говорят, что лучше здесь не делать никаких вышивок, никаких наклеек, чтобы не задерживалась инфекция. Маска прилегает плотно к лицу. Вполне себе носибельная.